Уважаемый суд, я считаю, что будет целесообразно, если с телефона он огласит эту переписку. Мы не против, если с телефона. Уважаемый суд, мы также обращали на предварительном слушании относительно нарушений УПК, допущенных, да, при составлении этих процессуальных документов, в связи с чем также просим обратить внимание на ранее заявленные ходатайства при обозрении сотового телефона, если это будет возможно. Поскольку в материалах уголовного дела телефон фактически не был осмотрен. Поэтому поддерживаю ходатайство. У остальных защитников такое же мнение? Возражений нет? Возражений нет. Так, подсудимый Бишимбаев, мнение по ходатайству? Я хотел бы, чтобы он не вырвал из контекста цитаты этой переписки. Я зачитал всю переписку от начала до конца. Потому что, если вырывать из контекста, может сложиться иное мнение. От начала до конца пусть зачитает, я не возражаю. Так.